Малыш. Стерлочка, что ли? Там кусок мяса лежит, крадется. Ой, ой, малыш, ты же гек. Не хочется, серьезно. Отбирай, потихоньку, потихоньку. Все, молодец, отобрала. Джентльмен. По парам. Да, у них интересное общение. Самка подоёбка, вообще, кто лежит, да, спокойно. Чука. Кто кого прогнал? Не дает ей уйти. Гека загулял. Боевой парень. Что Джуна говорит? Пойдем тоже погуляем. Вечерние прогулки. Она еще не готова. Нет, видно, где все больше всего. Да, там круто, потом. Пометил. Чук! Джуночка. Ну что, джентльмен хороший, он не будет насиловать, как говорится. Джуночка, Джуночка, Джуночка. Лопение. Будь здорова, будь здорова. Дама чихает.
А это он с львом лежит, кому-то он что-то рассказывает. Красавец. Чё ты такой настойчивый? Идём сюда. Так, а кто я еще просмотрела? Поверни голову. Вся ваша тут компания. А Гек вон ушел. Да, Джуночка. Хорошенькая такая девочка, припевочка, Джуночка. Это малыш, наверное. Малыш. Если толкает, вот так. Гека. Ехал Гека через реку. Ой, поваляшки. Хорошенькая у тебя девочка. Хорошенькая. Ну, Гека, как всегда. Смотри, вот лежит. Это не малыш лежит. Он малыш лежит. Головорез. Кай. С подруженцами. Там Олег Алексеевич Клаву лечит.